Проводить соревнования по академической гребле в городе Саки уже стало хорошей традицией. В первенстве приняли участие спортсмены от 15 до 18 лет. Те, кто занял первые места, теперь смогут поехать на чемпионат России в город Казань и представить свой город. Арина Гарматюк занимается академической греблей около 2 лет. Сегодня она держала победу. Рассказывает, что уже готовится к чемпионату России. Этот спорт воспитывает такие качества, как целеустремленность, ты знаешь, чего ты хочешь, то есть вырабатывает именно те качества, которые очень нужны в жизни. На соревнования приехал и заместитель главы администрации города Саки Шериф Усманов. Он отметил, что администрация всегда готова поддерживать проведение таких мероприятий и надеется, что сакские спортсмены, отправившись на чемпионат России, покажут хорошие результаты. Наши ребята, девочки, мальчики принимают участие в различных российских соревнованиях, привозят оттуда золотые медали. Вот, были заплывы в одиночки, двойки, четверки на первенстве. В основном победители из нашего города. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов, среди которых как профессионалы, так и любители. Айдер Апсиметов занимается академической греблей 8 лет. Рассказывает, для того, чтобы овладеть лодкой и веслом, необходимо много времени и терпения. Хочу пожелать будущим спортсменам не бояться приходить в зал, заниматься. Это не только академической гребли, это всеми другими видами спорта. Нужно всегда заниматься спортом, здоровым образом жизни. Участников наградили грамотами и медалями. Спортсмены уже готовятся к чемпионату России. Надеются выиграть и не подвести свой город. Мухаммед Зикирьяев, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет».